Всем привет! Сегодня я решил немножко еще раз побаловать своего твинка. Я так подумал, как же я буду без взрывов, потому что я люблю взрывать карты ПВЕшные. Мне это очень нравится, и у меня нету оружия нормального. У меня нету даже АК-103, потому что я открывал только оборудование до сих пор. Ну, еще открываю. Как раз подствол открылся. Открывается прицел улучшенный штурмовой два крата, и вот сейчас нужно, получается, к этому оборудованию само оружие. Вот я тоже долго думал, чтобы выбить либо АЦР, либо Type. Как для ПВЕ мне больше нравится Type, и по головам легче, как-то проще, и так пульку, не знаю, отправляешь сразу и все. С АЦР-ки бывает не ваншот, я не знаю, несколько патронов приходится кинуть. Ну, попробуем, тем не менее. Тайп, мне кажется, поинтереснее в ПВЕ. А для ПВП, в принципе, считаю, что АЦР-ка поприкольнее будет. Да? И вот он, тайп, ребят. Я прикольно, я счастлив. Классно. Ну, теперь можно идти взрывать. Идем на взрывы.